Добрый день, меня зовут Вячеслав. Я являюсь руководителем сервиса компании «Агротехника». Хочу вам представить телескопический погрузчик фирмы «Фарезин» линейки Smell Range 626. Модель 626 оснащена японским двигателем мощностью 52,1 кВт. Продольное расположение двигателя обеспечивает легкий доступ для проведения ремонтов. Модель 626 оснащена электрическим подогревом двигателя, который работает от 220 вольт. Предохранительная группа вынесена со стороны моторного отсека, и блок управления находится под защитой. Здесь можно производить сброс мусора, который заходит с воздухом охлаждения, специальным лючком. Топливная система идет с тройной фильтрацией. Первичный фильтр с закрыванием и открыванием топливной системы для проведения технического обслуживания. Дренажная система идет до второго фильтра и уже переходит на тонкий фильтр очистки топлива. После этого топливо проходит в ТНВД. Система кондиционера, компрессор находится в передней части двигателя и очень доступный для ремонта. Система фильтрации, также можно спокойно ежедневно делать осмотр и делать продувку или замену воздушного фильтра. При ежедневном осмотре очень удобно располагается щуп проверки масла двигателя. Также есть две заливных горловины сверху и сбоку двигателя, что доливать можно и с этого положения. А теперь переместимся в кабину и посмотрим рабочее место механизатора. В кабине механизатора рулевое колесо с фиксатором под руку. И здесь переключение передняя-задняя передач. Также можно пользоваться переключением передней-задней передачи с джойстика. Передняя-задняя нейтральная. Здесь находятся два роллера выдвижения и задвижения стрелы и работа дополнительным аксессуаром, который навешивается на каретку стрелы. Также здесь электронная парковка, парковочная кнопка, дополнительный свет. Здесь идет аварийный, ну и все дополнительные освещения на самоходное орудие. Также приборная панель, очень большой ЖК-дисплей, где выводится вся информация по работе, также и ошибок или поломки самой машины. Также телескопический погрузчик оснащен системой кондиционирования. Для безопасности механизатора здесь предусмотрена система антиопрокидывания с индикаторным табло. Здесь имеется система гидравлики Bosch Rexroth, механическая гидравлическая электропропорциональным джойстиком с управлением на джойстике, также движение вперед и назад. Надеюсь, этот обзор был полезен. Выбирайте только качественную технику, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими новостями и за новыми видеороликами. С вами компания «Агротехника».